вами Николай Пивненко в проекте «Дата». Сегодня 30 мая. И сразу о родившихся в этот день. 1814 год. В этот мир приходит Михаил Бакунин. Первый русский анархист. Учился в Германии, попал под влияние так называемых младых гегельянцев и пошел дальше их, утверждая, что страсть к разрушению есть в то же время созидательная страсть. Потом Парижская революция, он в ней участвовал, 1848 года, выдан австрийскими властями России, выслан на поселение в Сибирь, через 3,5 года бежал и умудрился попасть даже на американский грузовой корабль, на котором в итоге перебирается в Японию, затем в Америку и, наконец, в Англию. Потом живет в Швеции и в Италии, а в 1868 году попадает в Швейцарию и записывается в первый интернационал. Очень скоро он конфликтует с самим Марксом, который в 1872 году Бакунина из интернационала изгнал. Умер Бакунин в бедности в той же Швейцарии. 1846 год, день рождения Карла Фаберже, знаменитого ювелира, который, кстати, сам яйца не делал. В 1885 году царь Александр III решил удивить свою любимую супругу, императрицу Марию Федоровну. Он сделал ей особый подарок – драгоценное яйцо, покрытое белой эмалью, поперек которого шла золотая полоса. Оно открывалось, а внутри находился золотой желток. В нем, в свою очередь, сидела золотая курочка, внутри которой были рубиновые корона и подвеска. Императрица от такого подарка пришла в восторг, а Александр III на каждую Пасху преподносил своей супруге новое драгоценное яйцо. И продолжил эту традицию сын Александра III, Николай II, который в пасхальные праздники дарил драгоценные яйца своей матери и супруге. Ну а марка Фаберже стала известна на весь мир. 1936 год, день рождения Славы Митривелли, одного из лучших крайних форвардов советского футбола. Дважды становился чемпионом СССР в составах московского «Торпедо» и тбилисского «Динамо», выступал за сборную мира. Пожалуй, наряду с Яшиным, Валерием Ворониным и Кипиани, только Митривелли был игроком подлинно мирового уровня в советском футболе за 3 десятилетия. 1937 год. День рождения Алексея Леонова, летчика-космонавта СССР. Впервые в мире он вышел в открытое космическое пространство и удалился от корабля на расстояние до 5 метров. Провел в открытом космосе 12 минут. Был известен еще как художник, пишущий картины, естественно, на космические сюжеты. В этом же году, в 1937-м, родился еще один звездный человек – Александр Демьяненко, актер, любимый всеми нами за исполнение роли главного советского Шурика операции «Кавказская пленница». И, конечно же, просто человек-голос. Именно его голосом озвучены многие известные импортные киноленты. В 1958 году появилась на свет актриса Елена Майорова, в 1964 телеведущая Арина Шарапова. События дня. В 1814 году Франция и страны-участники 6-й антинаполеоновской коалиции подписали Парижский мирный договор. Его условия были вполне приемлемы для Франции. Она сохранялась в прежних границах и возвращала себе большинство утраченных в ходе войны колониальных владений. Более того, даже произведения искусства, вывезенные Наполеоном из захваченных стран, оставались в парижских музеях. Союзники восстановили на престоле династию Бурбонов, а Наполеона от греха подальше отправили на остров Эльба, недалеко от побережья Италии. Впрочем, через некоторое время Наполеон еще покажет себя. 1896 год. В Успенском соборе Кремля проходит коронация Николая II, а на Ходынском поле в честь венценосной особы назначаются народные гуляния с развлечениями, бесплатным вином и раздачей подарков. Уже накануне на Ходынке собирается огромная толпа. Все говорят о каких-то необыкновенно богатых подарках, хотя на самом деле они состояли из памятной эмалированной кружки с царским вензелем, пряника, булочки, полуфунта колбасы и кулька со сладостями, которые были еще завернуты в яркий ситцевый платок. В неимоверной давке погибли почти 2000 человек. Столько же получили увечья. 1918 год. Наркомом иностранных дел Советской России становится Георгий Васильевич Чичерин, сменивший Льва Троцкого. А в 1942 году в СССР создается Центральный штаб партизанского движения страны.
В 1962 в Москве во Дворце спорта Центрального дома Советской Армии проходит первый концерт знаменитого оркестра Бенни Гудмана. Концерты в СССР проходили с огромным успехом, и многим советским слушателям открыли современную западную музыку. Но есть и своя легенда. Якобы музыканты гудмановского оркестра увезли с собой магнитофонные пленки с нелегальными записями джаза советского. А некоторое время спустя советские мелодии, сыгранные западными джазистами, были анонимно выпущены на пластинках в США. 1994 год. Дебют телепрограммы «Час пик» Влада Листьева. Первая встреча проходит с Никитой Михалковым. Телепередача в жанре интервью, изменившая представление россиян о телевидении. И пускай многое было заимствовано из западных аналогов, Листьев мог в 20-минутной программе по-новому показать известных всей стране людей. Сделать их ближе к народу. Этот проект стал последним проектом Влада Листьева, убитого 1 марта 1995 года. 2002 год. 24-летняя Оксана Федорова признана самой красивой девушкой планеты, затмив своей красотой претенденток из еще 74 стран. Она учится в высшей школе милиции. За победу в конкурсе «Мисс Вселенная» Оксана получает призы на сумму в $250 000. Но спустя 4 месяца Федорова лишена этого звания, которое переходит к панамке Жюстин Пасек. Дональд Трамп, владелец компании-организатора конкурса, объяснил передачу звания тем, что победительница обязана была участвовать в рекламных и благотворительных мероприятиях по всему миру, а Оксана практически не покидала Россию. По ее словам, она собиралась защитить диссертацию. И еще одно событие. В 1899 году, 30 мая, в Германии впервые в продажу поступил аспирин. Ацетилсалициловая кислота была разработана в 1853 году химиком Карлом Герхартом, но только в 1897 доктору Феликсу Хоффману из фирмы Байер удалось получить ее в достаточно чистой форме, необходимой для применения в терапии. Поначалу аспирин был доступен только в Германии и только по рецепту врача. Но сегодня мы прекрасно с вами понимаем, что сколько существует человек, столько он будет подвержен появлению все новых и новых болезней. И лекарства-спасители всегда будут самыми ожидаемыми. Ведь, как сказал в конце 19 века английский врач Уильям Ослер, начинающий врач выписывает по 20 лекарств для каждой болезни, опытный – одно на 20 болезней. А я желаю всем вам здоровья. С вами был Николай Пименко в проекте «Дата».